Всем привет, мои дорогие любимые зрители! Приветствую вас на канале «Субъективно о Турции». Сегодня воскресенье, немножко похолодание в Стамбуле, дождик прошел. Я не расстраиваюсь, очень мне нравится погода такая дождливая в Стамбуле. Вообще люблю осень в Стамбуле. Меня часто даже спрашивают гости, и часто в Инстаграме задаете вопрос, когда лучше приезжать в Стамбул на экскурсию. Если у вас есть возможность прилетать к нам в город не в летнее время, не в сезон, то обязательно ею воспользуйтесь, потому что осенью и ранней весной, когда проводится фестиваль в Стамбуле тюльпанов, это, на мой взгляд, самое лучшее время для посещения этого города. Во-первых, не так жарко, во-вторых, не так многолюдно, не так много туристов. И вы спокойно можете прогуливаться, вас не будет досаждать, скажем, жара наша стамбульская, влажность повышенная и толпы туристов. Поэтому, дорогие друзья, отвечая на ваш вопрос, да, самое лучшее время в Стамбуле – это сентябрь, октябрь, ноябрь, апрель и май, наверное. Май тоже можно включить в этот список. Сейчас, сегодня мы едем на завтрак. Я вам покажу настоящий турецкий завтрак. Я очень люблю выезжать на завтрак. Именно завтракать в Стамбуле, где-то на улице, на берегу Босфора. Неважно, может быть, это и не обязательно должен быть берег Босфора. Просто хорошее кафе с хорошим завтраком. Именно с хорошим завтраком. Не для туристов, там одно яйцо и две маслинки и кусочек сыра, а вот именно такой турецкий завтрак, который любят турецкие граждане. Я люблю больше, чем вечерние, допустим, посиделки в ресторане. Обычно в воскресенье мы завтракаем дома, но сегодня решили сделать исключение. И вот, едем в кафе, в котором любим завтракать. Я вам обязательно покажу, чтобы вы знали, как выглядит настоящий турецкий завтрак. Это не тот завтрак, который вам подают в тех отелях, в которых вы останавливаетесь, приезжая в Стамбул. Я развернула камеру, чтобы вы посмотрели на утренний Стамбул после дождика. Пробивается солнце сквозь тучи, и уже не так прохладно, как мне показалось с утра. Когда вышла на балкон, подумала, что ну все. Такое похолодание конкретное, прям свитер одела, куртку, но, видимо, ошиблась. Вот, чтобы вам еще такое сегодня интересное рассказать, пока мы едем, очень меня радуют некоторые перемены, которые я вижу в Стамбуле. Новые законы, новые постановления. Одно из них – запретили сигареты в транспорте. Иногда садишься в такси, есть таксисты более-менее воспитанные, они спрашивают, можно я покурю? Не хочется им говорить нет, и машешь через силу головой, и он сидит пыхтит, а ты сзади глотаешь дым от сигарет. Вот. А есть такие таксисты, которые вообще не спрашивают, заходишь в машине, просто все пропитано дымом. Мы уже скоро подъезжаем в район Каракёй. Мы семья не курящая. Мы надеемся, что в скором времени запретят сигареты вообще во всех общественных местах. Иногда хочешь выпить чая на открытой беседке в кафе, выходишь, а все вокруг пыхтят. Да, запретили сигареты у нас в помещениях. Сейчас в кафе, в ресторанах нельзя курить, а вот на улице, на террасах курят вовсю. Я вот все ожидаю этот закон о запрете в общественном месте. Буду очень-очень-очень признательна нашему правительству. А еще запретили у нас электронные сигареты. Продажу полностью запретили. Это, не знаю, насколько это вредно для окружающих, эти электронные сигареты, но, видимо, вредные, раз их тоже запретили. Ну и слава богу, все это абсолютно не нужно. Лишняя трата денег. Но, дорогие мои зрители, если вы подвержены этой пагубной привычке, обязательно отказывайтесь от нее, пока не поздно. Здесь нужно выбрать все, что вы хотите. Колумбия.
Yeşil, yok yeşil istiyor musun? Yeşil. Yok. Yok yeşil istemiyoruz. 10 dakika sürer mi? Bu şu patlıcanlar. Şu yoğurtlu yemeyeceğim. Bu da şey yemeyeceğim. Şu yoğurtlu. Yoğurtlu. Ha. Yoğurtludan istiyoruz. Bal kaymak, smetanus bir. Yoğurtlu yoğurtlu, patlıcan yoğurtlu patlıcan. Мы сделали заказ, сейчас ждем, когда поднесут нам наш завтрак. В этом кафе всегда полно людей, поэтому если вы хотите занять хорошие места, вам, наверное, лучше приходить до 10. Турки просыпаются в воскресенье попозже, где-то к 10-11 они начинают подтягиваться на завтрак, поэтому если вы не хотите толкаться, хотите занять более-менее хорошие места с видом на Золотой Рог, вам лучше прийти сюда до 10:09, здесь не так много толпы. А вообще это кафе, этот завтрак, этот салон для завтрака, он очень популярный в Стамбуле, и по воскресеньям здесь всегда многолюдно. Многолюдно, потому что у них очень хорошие продукты, из чего они готовят органические. Говорят, что органические, не знаю, это кафе. Намны называется. Мы часто сюда приезжаем. Никак не могу уговорить Мэтта поехать куда-нибудь в другое место. Если вот прям покушать вкусно, то только сюда. И вот наш воскресный завтрак. Раньше я брала больше сыра, но он всегда оставался. Я уже обученная, научная опытом. Мы берем вот два человека, сколько можем слопать, вот столько я и беру. Это эскикашар. Сыр, твердый сыр. Мэр любит вот этот дельпинир. Это дельпинир переводится как сыр, сыр-язык. И тулумпинир. Маслинки, помидорчики, огурчики. Дальше. Так, каймак. Сметана. Ну, это не наша сметана, к которой мы привыкли. Сметана с медом. Да. Вот такой вот шашлык из суджука и жареной брынзы. Омлет с пастырмой, яйца с пастырмой. Беру я вот такие салатики, нравятся мне здесь их салатики. И варенье из зеленых орехов. После завтрака мы наелись, опились чая, потом еще выпили чашку турецкого кофе. Сейчас едем домой. Там на горизонте вы видите Галатскую башню. Круглый год и зимой, и летом, дождь, снег, ветер. В любую погоду там всегда есть туристы, которым хочется поглазеть на Стамбул с высоты птичьего полета. Я своим гостям, туристам, всегда говорю правду, что лично меня она не впечатлила. Она меня впечатлила снизу, вот само строение архитектурное. А вот внутри и смотровая площадка, в Стамбуле есть намного интереснее, скажем, смотровые площадки. Если вам не хочется стоять в очереди на Галатскую башню, вы можете получить удовольствие вблизи, не обязательно взбираться на крышу. О положительных изменениях в Стамбуле. Вот теперь еще есть такое постановление, указ, закон, не знаю, как правильно это назвать. Если вы любитель поплевать семечки в парках, то сейчас за это будут штрафовать, слава богу. Надеюсь, люди будут более сознательны и понимать, что все-таки не надо вести себя как свиньи, если вам уже хочется поплевать в общественном месте, где-то на лавочке, в парке, на берегу моря, Босфора. Возьмите с собой пакетик и соберите за собой. Из неположительного, то, что произошло в Стамбуле, повысили плату за газ и за электроэнергию на, по-моему, на 14-15%, если я не ошибаюсь. Это уже пятое повышение за последний год. Я вот как-то задумалась, почему так часто повышают плату за газ и за свет. Оказывается, наши энергопроизводители
рассчитывали, что в Турции будет экономический всплеск, подъем, потребление энергии увеличится. Взяли много кредитов у иностранцев, в иностранных банках, закупили новое мощное оборудование. Но вот уже несколько лет экономика переживает застойные времена. Люди стараются экономить со всех сил. Прогнозы не оправдались, кредиты, долг, он лег на плечи населения. Поэтому повышается электроэнергия, а вслед за ней повышаются и цены на газ. Нам нравится выезжать на автопрогулки по воскресеньям, нет пробок, люди отдыхают дома, стараются не брать транспорт, разгружаются от автомобилей в Стамбул в воскресенье, особенно утром. Сейчас мы проезжаем, вернее заезжаем на один из самых фешенебельных районов Стамбула, это Нишанташи. Мне очень нравится этот район, я уже много раз говорила в своих видео, мечтаю купить квартиру здесь, но мэр никак не решится, потому что здесь нет стоянок. В нашем доме есть стоянка под домом. Если вы ищете настоящие качественные вещи, то вам смело можно приезжать в район Нишанташи. Магазин работает и в воскресенье, так что не переживайте. Они ждут своих клиентов, богатеньких клиентов, каждый день. Кстати, если вы хотите встретить наших турецких артистов, то вам тоже сюда, в район Нишанташи. Здесь модные кафе, где очень часто можно встретить наших звезд. Можно с ними сфотографироваться. Я знаю, есть такие гости, туристы, которые приезжают и спрашивают меня о том, где я могу встретить того или иного нашего артиста. Так как наши сериалы, турецкие наши сериалы, транслируются из 180 стран, по-моему, 140 стран закупают турецкие сериалы, любят, особенно у нас, в наших странах, знают наших звезд, многие хотят их увидеть вживую или хотят посетить улицу, где они живут, или места, где снимаются те или иные сериалы, дома, хотят увидеть, вот, виллы особенно красивые показывают в наших сериалах, богатые такие, прям вот на берегу Босфора. Многие хотят пройти, сфотографироваться рядом с этими особняками. Все это мы можем устроить нашим туристам, потому что мы знаем места, где все это происходит. И очень часто, гуляя по Стамбулу, конечно же, можно нарваться на съемки очередного сериала. Сериалов здесь снимают огромное количество, и они прям затягивают как наркотик. Я стараюсь в последнее время принципиально и осознанно отказалась от просмотра сериалов, так как слишком много времени они отбирают и забивают голову, как я считаю, ненужной ерундой. Лучше я это время потрачу на чтение какой-нибудь нужной информации. Ну, а многие вот прям подсаживаются на этот сериал и живут этими сериалами. Здесь даже в газетах пишут новости, вот чем закончилась следующая, предыдущая серия. Такое впечатление, что это все происходит реально. Ну нет, вот я вот вам немножко слукавила. Единственный сериал, который я смотрю в этом году, это... Как он называется сейчас, господи, сериал... Ясак Эльма. Он называется «Запретное яблоко», Ясак Эльма. Вот с прошлого сезона я подсела на него и пока еще не отказалась от просмотра этой мелодрамы. Так, мы проехали район Нишанташи, и сейчас мы едем практически уже дома. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что послушали мою болтовню. Подпишитесь на мой канал, на мой инстаграм, ссылка которого будет внизу под видео. Всем пока. С вами была я, Наталья.